Итак, всем привет! Сегодня мы вам покажем мобильную игру от белорусских разработчиков. Называется Battle Prime. Ну, это одна из лучших, наверное, игр шутеров мобильных на данный момент. То есть она настолько хороша, что как бы возник конфликт по поводу движка, на который она сделана. И поэтому ее сейчас в Google Play скачать нельзя. Но на офсайте этой игры, в принципе, можете скачать. Либо на странице Facebook. Вот. Игрушка очень прикольная. Вот, Юрич тут нагибает всех. Активно. Много всяких режимов. То есть это не единственный режим. Много карт, много режимов. Единственное, что режимы как бы меняются. Режимы меняются достаточно медленно. А вот карты меняются как бы быстро. То есть режимы там, по-моему, раз в день какой-нибудь новый режим выпадает. Но мы посмотрим. Так, это вот карта какой-то. Небоскреб, короче. Здесь просто сейчас обычный командный бой, я так понял. То есть кто больше настреляет, тот и победил. Но там бывает очень интересная как бы игра. Ух ты, Юрич, конечно, будет нагибать, потому что как бы, кто кроме Юрич? Кто там? А, нет, убили меня. Тут, значит, можно играть тремя игроками. Как... Но мне нравится вот этот игрок. Там я им играю. Вот, и вот эта пушка. Игрушка очень прикольная. Как... То есть это не максимальная. Не максимальная настройка качества. На максимальных у меня почему-то с тенями. С тенями проблем. То есть это очень высокие. Очень высокие настройки. Ох, ёп. Не успел перезарядиться. Тут надо все время перезаряжаться. Патронов мало. Давайте на УЗИ. Из УЗИ постреляем. Это вот УЗИ, короче. А, мы проиграли, да? Ну, жалко. Жалко. То есть здесь вот три игрока разных, да? То есть такой, может, таким играть. Игроком. Он с пулеметом бегает к ним. Нифига себе. Бегает с пулеметом. Так. Вот это желтенькое, это я, короче. Красненькие это враги. Так вот. Давайте с дробаша постреляем. С дробаша. У меня, по-моему, два выстрела. Ох, кто-то мне стреляет. Ой-ой-ой. Чуть не убили. Ну, лучше вот такой вот. О, видите, дробаша. Лучше такой графики, наверное, только две игры от Tencent, короче. Это Call of Duty Mobile и PUBG, да? Ну и PUBG, кстати, не факт, что лучше. По графике. Ой, блин. Издалека не стреляет. Давайте сменим на кого-нибудь. Со снайперкой побегаем. Фига себе. Ну, снайпер, кстати, сложно стрелять. Попадешь. Так, первый готов.
Там уже убили. Мы опять проиграли. Обалдеть. А, тут надо три выиграть в бою. А, все, два из трех мы проиграли. Тут много всяких интересных режимов. Вот единственное, видите, они там серым. То есть они как бы раз в день там что-то такое. А, ну эту карту все видели. То есть если вы зайдете как бы на... Вот это что такое? О, какую-то бабенку. Какая-то бабенка, интересно. О, блин, у Юрича бабенка какая-то. Нифига себе. Давайте бабенкой поиграем. То есть, если вы будете смотреть, ну, Battle Prime, будете гуглить, короче, на Ютубе, то, скорее всего, будет вот эта карта все время показываться. Но это не единственная просто карта. Просто многие думают, что это единственная карта. Нет, далеко не так. Карт там много всяких разных. Мы вот сейчас вторую играем. А? Ничего себе, Юрич-то опять тащит. О, видите, наш щит горит. Слепошары. Слепошары даже не видят, откуда я стреляю. Но это их проблема, это же не Юрич проблема, правильно? Надо смотреть по сторонам. А при чем тут Юрич? Юрич тут вообще не при чем. Юрич же тут совсем не при чем, правильно? Это, наверное, самая большая карта. Поэтому так ее часто показывают. Все, видите, всяких. Ну, Юрич просто раздает. Ну, конечно, как бы с мышки-то играть с этого. Ну, хотя, с другой стороны, как бы, я играю без автошота. То есть, они-то играют с автошотом. Автошот — это когда не нужна стрельба, просто наводишь, как бы, стрелочку, и он стреляет сам. То есть, я... О, видите, что-то там летает даже наверху. Я-то стреляю с кнопки, поэтому... То есть у меня не особо легче на самом деле. Ну просто стрелять как бы автонаводкой неинтересно. Ох, ё. Ну нормально, Юрич-то тут уже, поэтому. Юрич сделал уже. Так, а у нее одно оружие, что ли, только? А, у нее еще пистолетик, ну понятно. То есть у меня пистолетик. Давайте с пистолетиком победим. Матчпоинт. Нифига тут. Даже все как-то... А, это я за то, что играл, открыл вот эту дамочку. Давайте с пистолетиком победим. Ох, ёпт. Нет, так меня убьют. Так меня убьют. Ладно, верните мне. Верните мне пулеметчик. Единственное, мне не нравится озвучка. Озвучка какая-то странная. А, эту девку, походу, всем раздают на халяву. Насколько я понял. Ох, ё, кто-то. Нифига себе, в Юрича гранату бросили. Обалдеть. Блин, мы еще можем проиграть. Так, а вот спецумение, я не помню, что. Ножи, по-моему. Во, спецумение какое-то. Какое-то спецумение. Но оно что-то Юричу не помогло, это спецумение. Умение это вон, видите, как ползет справа. Нет. Блин, мы можем проиграть. Опять не стрелять. Не, мы не проиграем. Тут он медленно идет.
Он меня заморозил, что ли? Фига себе. Ну смотрите, модельки-то хорошие. Можно даже подпрыгнуть. Запрыгнуть, правда, нельзя. Ну да, это, походу, самая крутая карта в игре. Поэтому все ее и стримят. Нормально, Юрич затащил, как всегда. Юрич тащер из последних сил. МВП, Юрич МВП. МВП. Да, ну вот эта карта. О, видите, другая карта. Во-во. Во, нормально все. Все нормально, погнали. Погнали. Карта другая. Погнали, ну давайте, все, давайте. Мы выигрываем все. Ну что-то мы проигрываем почему-то. Мы что-то проигрываем. О, видите, как все. Прикольно. Что-то они с Warface, по-моему, таскают. Это же это Warface была такая карта. ПВЕ как-то. ПВЕ когда-то была такая карта. Такая ФПВЕшная такая была раньше. На заре Warface. На заре Warface. Да уйди нафиг. Нормально здесь, здесь мы затащим. О, самолет какой-то валяется. Куда он? Ох, йоу. Юрий сейчас дробаша. Напоминаю, игрушка белорусская, называется Battle Prime. Одна из лучших игр на данный момент мобильных. О, а как они наверх лазят? Я тоже хочу наверх. А, о. Ну-ка, пошли наверх, залезем. О. Ой, блин, я упал. Чё ты стреляешь? Ну, я хотел поверху, ну чё? Чё, почему? Почему? Блин, мы опять проиграем. Вот Юрич как бы не тащит, и все не тащат. Почему? Я хочу карту изучить. Блин, чё я попрыгаю? Я хочу карту изучить. Ну-ка, идите нафиг. Я хочу по лесенке забраться наверх. О, о, прикольно. Хрен, правда, попадешь. Борис, хрен попадешь. Нифига он. Срез бы херачит. Сейчас все будет. Че? Нифига себе. А, у меня со скаутом. Скаутом. Только Юрича можно убить только скаутом. Прикольно. Не, место хорошее. Надо наверх забраться. Только они мне по Юричу стреляют почему-то. Где вы все? Ага. Че, вы все точки что ли проиграли? Где точки проиграли что ли? Ну, вы даете. Все точки проиграли. Один Юрич тут тащит с последних сил. А вы все точки сдали. Все точки сдали. О, четверых, блин. А, давай пятого, пятого. А, блин, патронов не хватило. Давай пятого, пятого. Пятый, блин. И чё там ещё? Ой, Юрича завалили. Нормально, Юрич затащил в одного. Виктори. Виктори. О, видишь, как Юрич-то тащит. А, я даже не первый, нифига себе. Я даже не МВП. Ну ладно. Но я просто вам показывал. Вам просто показывал, как играть. Ну, играть можно, как бы, шикарная игра. Единственное, что почему-то FPS 60, все. Залочено, что ли. Ну, по-моему, отличная игра, на самом деле.
Лучше всяких киберпанков. В разы просто. Гораздо веселее. Игра гораздо веселее любых киберпанков. О, в лесу. Вот смотрите, карта леса, смотрите. Первый раз играем, ни разу не играл. Итак, смотрим на карту лес. В игре Battle Prime от белорусских разработчиков. Напоминаю, игру можно скачать по Now в сайте у них. А, я в это играл уж. Но не в этом режиме. Это красивая карта. Правда, она лагает у меня, по-моему. Она настолько красивая, что у меня лагает. Дабл килл. Трипл килл и всякие. О, я куда-то пропал. Фига, со всех сторон бежит. Юрич тут обороняется из последних сил. Со всех сторон берут. Бегут просто со всех сторон. Просто со всех сторон бегут. Нифига. Ой, блин, они появились. Они появились. Все Ой, блин, их случилось что-то много надо. Да подожди, я перезаряжусь, смотри, на зашел. Блин, какой-то толпой набежали. Какой-то толпой на Юрича набежали. Охренеть. Ну, ладно, сюда пойдем. Сейчас все захватим, все будет окей. Окей, все будет. Хоккей все будет. Сейчас все захватим. Блин, сколько понабежало. Прям бегут. Блин, откуда у вас столько? И бегут просто. О, нифига, это что такое? Это какое-то супер умение. Какое-то супер умение. Че вот это за штука какая-то висит? Какой-то ключ какой-то. Кто там, блин? Кто там Юрича стреляет? Юрича стреляют какие-то непонятные. Непонятные чуваки стреляют, это Юрич. И чё же, Юрич? Дабл килл. А Юрич всё затащит. Ой-ой-ой, надо убегать отсюда. Ну, кстати, он восстанавливает здоровье. Ведь здоровье восстановил, ну всё, можно обратно. Можно обратно нагибать. Да? Блин, мы проигрываем. Ай-яй-яй. Они как-то толпой выбегают. На одного Юрича толпой убегает. Обалдеть просто. И бегут просто. Понизу он бежит. Ой. Ну, мы, по-моему, проиграем эту игру. Ну ладно, но зато я вам карту показал. Ладно, давайте мы побегаем. Побегаем, вон туда забежим. Мы тут еще не бегали. Давай сюда забежим. В дабл килл забежим. Сейчас мы их просто на респе мы их зажмем. Сейчас мы их на респе просто. Нифига себе, блин. Юрича взорвали, обалдеть. Но мы, по-моему, проиграли уже. Ну, Юрич тащил как мог. Юрич из последних сил тащил как мог. Ну, Юрич мог. То есть Юрич тащил. Не, карта прикольная, кстати. Карта прикольная, но немножко лагающая. Ладно. То есть мы уже посмотрели, сколько? 4 карты, по-моему. Давайте еще. Может, еще какая-нибудь карта. Ну там карт на самом деле много. О, нефтезавод. Нифига себе. Нефтезавод. Нефтезавод, это интересно. Можно еще картинку свою загрузить, что ли?
О, я в эту еще не играл. Я в такую не играл еще. Ну-ка, ну. Ух ты. Нефтюшка. Где моя нефть? Все, чуваки, почем нефть для народа? Нефть-то почем для народа? Бегают и бегают. И бегают, и бегают. О, они еще и прыгают. Мало того, что они бегают, так они еще и прыгают. Я тоже могу прыгать, кстати. Дубль киллы делать. А, погоди. Это же надо захватить. Чё ты встал? Трупл килл, короче. Сейчас захватим, все захватим. О. Зайдем, зайдем в тыл. Тыл зашли, зашли. Юрий зашел в тыл. Тыл зашел. Юрич в тыл просто. Просто в тыл просто зашел просто. И все. И все. А мы проигрывали опять. Ой. Пока Юрич в тыл не зашел, мы проигрывали. Все, сейчас мы выиграем. Теперь мы. Теперь мы пойдем по прямой. А, здесь спрячемся. Я в домике. Сейчас он сюда убежит. Они меня не видят, короче. А Юрич-то в домике. Юрич-то в домике. Троих-то. Блин, мы все равно проигрываем, что ли? Да нифига себе. Эти идиоты все равно играть не умеют. Что-то вас много, блин, тут побежало. А чё вы ничего не захватываете? Надо же всё захватывать. А вы ничего не захватываете? А почему? О, давай опять в тыл зайдем. Нормальный герой. А чё-то нет никого. А где все? Чё-то нет никого. Люди, вы где? Люди! Люди, а вы где? Нормально. Стоят тут что-то там. Блин, мы опять проигрываем, что ли? Да ё-моё. Юрич тут из последних сил тащит, они все равно проигрывают. Мы проиграли. Ужас какой. Ну, Юричу опять команда не повезла. Юричу не повезло с командой. Да все, мы проиграли. Блин, Юрич МВП как бы. Все равно. А с командой не повезло. Мы все равно проиграли. Не, ну Юрич же МВП. Ну че? Почему не Юрич? Сколько я набил-то? А, 150 очков я набил, а этот 129. Ну, то есть, это набил меньше, как бы, а мы все равно проиграли. Вот так вот. Ох, ё. На базу.